Добрый день, с вами Империя Пикчер, и сегодня я покажу вам, как нарисовать зубную щетку карандашом. А если вас интересует тема рисования, то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение. Заходите, обучайтесь вместе с нами. Намечаем диагональ по центру листа. У нас должно быть снизу расстояние чуть больше, чем сверху, поэтому у нас будет приподнята верхняя часть. По бокам одинаковое расстояние. Начинаем отрисовывать ручку. Сначала создаем нижний край, немножко приподнимая ее по центру, вот здесь вот, а далее снова опуская. И у нас получается такая легкая волна. Прорисовываем и верхнюю часть тоже и заводим вот сюда, к самой щеточке. Прорисовываем вот здесь такой небольшой овальчик. Намечаем основание щетки и добавляем такой овальчик. Мы также показываем толщиночку. Вот сюда вот заводим ее и прорисуем сразу щетинки в виде таких огурчиков, закругленных сверху. Также мы добавим с вами такой краешек и с верхней стороны. Вот эту вот линию можно почистить ластиком. Добавляем фактурный краешек сверху. Немножечко подправим нижнюю часть. Вот здесь вот закруглим чуть сильнее. Вот так вот расширим. Далее аккуратно выводим эту линию наверх, а также снизу немножечко расширим. Вот этот край должен такой кругленький получиться и сужаться далее по направлению к щетке. И начинаем наносить первый слой штриха. Первый слой штриха будет такой средний серенький, светленький. Немножко штрих по диагонали, раздельно, аккуратный, красивый, не заходим за край. А пока я вам напомню, что в нашей художественной школе открылось заочное обучение. Теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома, а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессией. Ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео, и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней. Ждем вас к нам на обучение. Предварительный рисунок и первый слой штриха я выполняю карандашиком HB. Это твердый мягкий карандаш. Он отлично подходит для этих целей. Рядышком у меня лежит карандашик чуть более сильной мягкости, 2B. Он нам понадобится чуть позже. Закончили первый слой штриха и начинаем создавать объем. Для этого мы затемним верхнюю часть зубной щетки. Вот так вот аккуратненько проходимся и прям значительно затемняем, чем предыдущий слой. И вниз тоже двигаемся. Сразу же там же создаем форму. Вот здесь вот она будет закругляться. И верхняя часть у нас, в принципе, готова. Далее мы сделаем такую же по тону нижнюю часть. Тоже ее затемняем. Оставляем между ними светлое пространство. Доходим до конца. Здесь вот тоже затемняем и с левой стороны подчеркиваем посильнее. Подправляем контур и теперь возьмем карандашик помягче, 2B. Он поможет быстрее набрать более темный тон. И мы заходим вот сюда вот на кругляшок и подчеркиваем нижнюю часть щетиночек, заводя их вот таким вот образом, тоже овальчиком, показывая глубину, что они у нас как раз таки расположены из вот этого места. И затемняем дальнюю часть, подштриховываем в тоне потемнее, обводя вот фактурку с передней части. А еще создадим средний ряд между щетинками. Тоже будут в виде таких овальчиков. И далее этим карандашиком 2B мы затемняем верхнюю часть цепной щетки. Делаем более контрастным. Вот эту вот верхушечку заполняем, оставляя
с краю серенький тон тоже. Выходим наверх, тут также соединяем линию. Подштриховываем нижний краешек чуть темнее и высветлим ластиком блик по всей длине зубной щетки, вот здесь на свету. И вот такая зубная щетка карандашом у нас с вами получилась. Присылайте ваши результаты к нам в Инстаграм, с удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице. Ссылка на Инстаграм находится в описании к видео. И на этом я прощаюсь с вами. Не забывайте поставить лайк, написать хороший комментарий и подписаться на наш канал. Всем пока и до новых встреч!